Добрый день, дорогие друзья! С вами «Сокровище Юга России». Я Мария Читаева. И сегодня мы в Хаски-центре. А Илья нам расскажет, у кого мы в гостях, подробнее. Так, всем здравствуйте! Сегодня мы находимся в гостях у северноездовых собачек. Сейчас часов подвинем. Вот. Это собачки, сибирские хаски, которые относятся к группе северноездовых собак. И изначально они выводились на северо-восточной части Сибири. Вот. И в дальнейшем уже были зарегистрированы американскими собаководами и были признаны как породы. Были выделены стандарты, и вот мы получили таких вот собачек, которые здесь у нас проживают, общаются с гостями. Зимой они катают на собачьих упряжках, ну и летом они проявляют активность с гостями, бегают, такое устройство четырехколесного карт, ну и ходят с гостями в поход. А расскажи, пожалуйста, подробнее про эту породу любопытную, которая залезла ко мне в карман. Что это за порода? Как она выводилась? Так, ну изначально эти собачки были выведены на северо-восточной части Сибири. В основном это Анадырь, Колыма, Камчатка. И были выведены от аборигенных собачек местных. И в дальнейшем за счет селекции мы получили вот таких вот добрых, красивых собачек, которые не проявляют агрессию к людям. Ну и изначально они, конечно, выводились с целью перевозки груза и людей на нартах. Это то, что мы сейчас используем как просто такое развлечение, активность для туристов. В некоторых местах еще может использоваться данные собаки для действительно для перевозки груза и людей. Вот. А они все время в группе обитают или бывают по отдельности? В настоящее время собаки также проживают и в домашних условиях. Вот. У нас они проживают как стайные животные. Порядка 40 собак у нас проживают на территории. Часть собак сначала гуляет с гостями, общается, они меняются. Какие-то собачки у нас находятся, например, в наш период, они бегают в упряжке. Вот так вот. А вот очень интересно, у них разные глаза. Вот у кого-то просто карие, да, а вот как у кого-то гетерохромия. Вот здесь, да? Один глаз голубой, другой коричневый. Да. Как такое может быть? Изначально у хаски все рождаются с бесцветными глазами. То есть отсутствует пигмент, меланин. И до полугода у собачки цвет глаз может поменяться. Вот. Это зависит, насколько меланина им передается от их родственников. То есть у данной породы допускаются как карие глаза, как у Бонни, вот. Бесцветные, как мы думаем, что это голубые, и гетерохромия. Вот как у Антары, если видно, один глаз бесцветный, другой карий. Ну и также встречается частичная гетерохромия, это когда орлики начинают называть, когда в одном глазу может присутствовать и бесцветный, и карий. А они как видят, черно-белым или цветным, или что-то голубым, что-то коричневым? Нет, это не влияет на зрение, то есть они одинаково видят. Такое даже встречается у людей. Вот, для данной породы не является каким-то дефектом и не влияет на их зрение. То есть хуже они не видят как и кареглазые собаки, так и собачки с разными глазами. Хромии. А у них есть у всех имена, да? У каждой собаки есть, да, паспортные имена и клички, которыми мы их... Они прям зовут. У них паспорты есть и какие-то. Да, у каждой собаки достижения. Имеется и достижения, и паспорт. То есть наши собачки также участвуют на выставках. У них очень много наград. Uh-huh. Есть также у нас представители, которые участвовали на мировых соревнованиях, на выставках. Ну и также по России участвуют.
То есть именно эти собаки, которые катают здесь отдыхающих, они еще и с медалями. Более 70% собак у нас участвовали на соревнованиях и имеют какие-то награды. То есть это лучшие представители пород есть. Есть и те, которые, я говорил, на мировом уровне выступали. Крайний раз выступали собачки в Бразилию ездили. Ну, конечно, они не всем скопом, не все группа ездят, а выборочные собаки. Которые... А им там не жарко в Бразилии с такой шерстью пушистой? А собаки выдерживают от минус 40 до плюс 40, поэтому если они не получают каких-то нагрузок, то они могут вполне комфортно находиться до плюс 40. Ну, если вы нагружаете собаку и заставляете там бегать, что-то тащить, то, соответственно, она может перегреваться, и плюс примерно 12 и выше уже не рекомендуется давать какие-то серьезные нагрузки для собачек. А, кстати, сколько они могут, груза? Грузоподъем. Отвезти, какая грузоподъемная? Сколько лошадиных сил? Ну, это сложный вопрос, потому что собаки разные, бегают они также с разной скоростью. Вот. Северные ездовые собаки максимально разгоняются до 40 км в час, натренированные собаки. Ну и груз, ну я не знаю, сколько, шаха сколько весит. Я видел максимум, что сколько шестерку таскали. Ну, грузоподъемность большая. Ну, соответственно, скорость, конечно, будет меньше, если чем больше груза, тем меньше собаки. Больше рассчитано на выносливость. А сколько запрягает обычно собака в упряжке? У нас в упряжке в основном бегает 6 собак, можно поставить до 30. Ну, это в зависимости от условий, где собаки проходят, и, соответственно, дистанция тоже. А как долго они могут выдержать без еды и воды, например, в тяжелых условиях? Ну, в основном собак кормят жирной пищей, потому что у них белково-жировой обмен веществ, и, соответственно, они не считаются какими-то обжорами, то есть они не переедают, их кормят немного. В целом кушают, ну, у нас много собак едят, а так, конечно, рассчитано на то, что они съедают какую-то жирную пищу, вот, проходят какую-то дистанцию определенную, и их можно снова покормить. Ну, в целом, в точности не могу сказать. Ну, например, мы находимся на каком-нибудь северном полюсе, да, и нам надо с одного края до другого. Они долго могут бежать без остановки? Ну, считается, что в день могут около 100 километров проходить спокойно. То есть это тоже будет зависеть. Да, но скорость в этом средний темп, наверное, будет около 10-15 километров в час. То есть не на высокой скорости, но на выносливых собаках можно будет пройти. А эти собаки, они вот именно для перевозки груза, или они тоже могут искать, там, помогать в полиции найти улики? Нет, для таких есть именно специальные собачки. Вот. А наши собаки были выведены именно для перевозки груза и людей. То есть они рассчитаны как северные ездовые собачки. Не подходят, грубо говоря, под... как поисковые собаки. Плюс с ними сложнее заниматься, они тяжелее дрессируются из-за того, что они слишком активные, энергичные. Ну, и, как видите, у нас они живут в стайке, поэтому надо много времени им уделять, чтобы добиться каких-то вот таких результатов, чтобы собаки были спокойные и уравновешенные. Илья, они вот так вот спят просто днем? Или... они устали? Что с ними происходит? Собачки, они хоть и активные, но в целом в сутки они могут спать до 16 часов. И если для них нет какого-то прям интереса, вот, они могут спокойно лечь спать, они себя чувствуют здесь дома. Вот. А у них нет какой-то цели постоянно проявлять активность. Ну, они как бы, грубо говоря, на энергосберегающем режиме. И, соответственно, когда их меняют, например, в упряжку, они все активизируются, просятся и определенных собак берут в упряжку. Ну. Так пока что они экономят силы. А скажи, а вы разводите здесь хасок или нет? Да, здесь мы занимаемся также разведением собачек, да, с целью это пополнение стаи. Берут определенных особей, которые подходят под определенные параметры. То есть это не все подряд идут под разведение. И уже выводится достойный помет, который отличается и должен... Щенки должны, как правило, быть на уровне своих родителей, либо лучше их быть по показателям, как в ездовой работе, так и по характеристикам. То есть они должны быть именно красивыми, под определенный стандарт подходить. Понятно. Чтобы не было каких-то дефектов. А здесь у вас одни девочки? На данный момент здесь находятся все девочки, кроме двух кобелей. Это у нас Джек и Джаспер.
Джаспер. Джаспер. Не Джаспер. Джаспер, иди сюда. Вот а, Джаспер. Джаспер. А, тоже как спал. Раз разноглазый. Да, покажись. Вот. А как-то девочки понимают, ну, то есть он у них вожак в стае? Нет, вожак здесь все-таки является человек. Да? То есть главное здесь человек. Как правило, наши инструктора, которых они должны слушаться. И чтобы они могли вот... Собачки все-таки тоже иногда могут между собой не ладить. Инструктор должен контролировать. И собаки наши должны слушать именно человека. То есть сами они здесь иерархию не устраивают. Угу. Хоть и стараются. Понятно. А кто, когда вот собачья упряжка едет, там есть лидирующие? Да, в упряжке первые собачки, которые бегут, это лидеры, вот, они задают темп и показывают направление по собакам, которые следуют за ними, вот. Но все равно они не являются вожаками, то есть это просто лидерские качества, а главное это все-таки каюр-инструктор, который стоит в упряжке, в нартах и отдает команды голосом для собачек, то есть если надо там остановиться, повернуть, либо следовать дальше, там, разгоняет их и все в этом духе. Вот. И дальше уже идут собаки разгоняющие и, как правило, в конце стоят тяжеловесы, которые, на которых больше приходится нагрузка. То есть у каждого есть своя еще роль, ага. Амплуа. А, понятно, они там между собой как-то договариваются, да? Не, ну, это все-таки человек изначально на тренировках тоже выявляет, смотрит, кто кому где лучше находиться, кто как лучше реагирует на команды и, соответственно, кто из них более смышленый. И уже в зависимости от этого ставят собачек. Друзья, наш репортаж подходит к концу. С нами был Илья. Илья, спасибо большое за знакомство с этими замечательными собаками. Я очень рада была попробовать с ним покататься. Спасибо и вам, что приехали к нам в гости. Приезжайте еще. Будем рады вас видеть снова. С вами была передача «Сокровища Юга России» и я, Мария Читаева. До новых встреч!